Любой талант должен пообщаться с призами, особенно талант к рисованию. Сегодня на Мультидо как раз такой челлендж. Оставайтесь с нами! Ух, наконец-то откопал! И что ты там нашел? О, я вас и не заметил! Я нашел целый сундук настоящих сокровищ! Вот, смотрите! Ничего себе, я должна его заполучить! Вообще-то это буду я. Еще чего, это мои сокровища. Все потому, что я настоящая пиратка. Вот это да. Тоже мне фокус. Ты не посмеешь так говорить про меня. Ого, да ты уже многое нарисовала. Но ничего, я остановлю тебя. Ты что наделала? Это же нечестно! Все честно! Я же пиратка! Ого! Бетти тоже без дела не сидела! Ну, сложно рисовать, когда ничего не видно! Снимите ее с меня! Вот теперь я могу спокойно рисовать! Вы все мне не ровня! Стоп! Ваше время кончилось! Показывайте рисунки! Давайте показывайте вашу мазню! Вот, посмотрите на мой шедевр! Я даже дорисовать не успела! Это видно! А вот я успела! Получилось так себе! Я не виновата! У тебя вообще ужас! Придется отдать победу! Кейт, поздравляю! Ура! Я, как настоящая пиратка, завладела всеми сокровищами! Теперь я могу купаться в этом золоте! Могу купить все, что захочу! Нужно проверить монеты на прочность! Стоп! Это еще что такое? Это обман! Монеты шоколадные! Я-то уже расстроилась! Даже проиграть не жалко! Да ну вас всех! Что же на этот раз? Вы удивитесь! Готовы узреть ваш приз? Но там пусто! Я знаю! Потому что это был пранк! Ладно, хватит шуток! Вот ваш настоящий приз! Ничего себе, батут! Я бы не прочь на нем попрыгать! А мне для рисования понадобятся мои сверхсовременные очки. В них я нарисую идеально ровный батут. Что это за очки? И мне интересно. Ого! Да-да, завидуйте, батут уже почти мой. Ну вот, точно! Я не отчаиваюсь! В моей сумочке наверняка найдется что-то подходящее. Круглая пудра – это именно то, что мне нужно. Получается круг. Круто, да? А как тебе такое? Зачем? Ты испортила мой рисунок. Я это просто так не оставлю. Вот, моя пудра ответит за меня. Апчхи! Апчхи! Я не могу нормально рисовать. Я тоже! Глупые споры. Ваше время подошло к концу. Я хочу увидеть работы. Мы не успели. Я вижу. Зато у Джесс получилось шикарно. Ура! Я знала, что выиграю. Джесс, батут твой. Круто! Это так прикольно, девочки! Не завидую я вам! Сидеть на стульях – это полный отстой! Прыгать – вот что круто! Это было незабываемо! Поздравляю! Я так счастлива! Ой, уже новый раунд! Вот ваш приз – чупа-чупсы! Это очень круто и вкусно! Главное – нарисуйте их! Погнали! Я должна заполучить леденцы. Для этого мне нужны конфетки Skittles. Они такие же цветные, как и чупа-чупсы. Главное, ровно их выложить. Ничего.
Ничего себе! Эта идея может помочь тебе выиграть. Но я этого не позволю. Вообще-то у меня тоже есть секретный план. Попыт! И как он тебе поможет? А вот так. Я просто буду тыкать краской на бумагу. Это еще и успокаивает. What? Я тоже хочу. Верни, он мой. Я тоже хочу. Нет, за что? Ой. Это было смешно. Время, показывайте. Да легко. Я уже все. Джесс, показывай рисунок. Что? Куда? Рисунок? Но он весь испорчен. Из-за вас. А у меня нет. Но у меня лучше. Кого бы выбрать? Думаю, тут бесспорно побеждает Бетти. Ура! Я надеялась на победу. Иначе почупсы. Что? What? Это я должна была выиграть? Это мои леденцы. Ничего подобного, они все мои. Их мне точно хватит еще надолго. Я могу даже несколько сразу есть. Ничего себе, как много. Нет, не могу. Ой, все-таки не удержала. Неудивительно. Что теперь? А теперь киндер-сюрприз. Вот это да! Он будет моим! Here we go! Нужно просто нарисовать яйцо. Ничего сложного. Фу, откуда дым? Как же воняет! Да уж, кто-то переборщил с силой нажатия. А у меня все супер. Вижу. И мне это не нравится. Точно! Я сделаю такой мерзкий звук, что ты не сможешь рисовать. Тоже мне. Okay. Я просто надену наушники. Что? Но ты точно услышишь, если я буду скрести прямо у тебя под духом. Ой, я стерла себе палец. Какой ужас. Так нечестно. Я осталась без соперниц. Да уж, придется отдать победу тебе. Но я правда очень старалась. Ты получаешь киндер. Ничего себе, какой большой киндер. Что же внутри? И это все? Но ведь это скучно. Хотя... Это было очень круто. Надеюсь, вы заценили призы, которые получили наши героини. А еще больше таких же веселых, смешных и вкусных челленджей вы всегда найдете на Мультидо.